О, господи, как мне уже надоела эта школа, тьфу, нафиг. Но хотя бы уже конец дня, я сейчас приду, сяду на диван и немного повтыкаю в телевизор и посмотрим, что нам сегодня тут интересного расскажут. Так, что это за передача? И всем привет, с вами передача «Магазин на диване». Ну и что мы продаем сегодня? Супер новая, сверхинтересная, увлекательная серия с покемонами. Заинтересован? Конечно, да. Только сейчас, не позже. Прямо сейчас действует акция. Поставь лайк и получи еще одну новую серию покемонов в придачу. Да-да, ты не ослышался. Чем больше лайков ставить на видео, тем быстрее выйдет новая серия. Каждый лайк ускоряет выход серии на одну минуту. Только сейчас не пропусти свой шанс. Ставь лайк и получай еще одну новую серию покемонов прямо сейчас. Чё ты ждешь? Быстрее ставь лайк. Твою мать, да заткнись ты. Фу, нафиг. О, божечки, божечки. Ты вчера тут продавал какое-то говно мамонта. Сейчас там продаешь какие-то лайки. Кому лайк поставить? Твою мать, на еще один лайк, на еще один лайк, на еще один лайк. Можете комментарий тебе поставить, там, допустим, не знаю, там, хочу покемонов. Так, конечно, поставлю лайки, покемоны. На, все, только успокойся ты уже нахрен. О, как он меня достал. Все, держи лайк, держи покемона, все, иди нахрен. А я устал со школы, приду и полежу немного. Мама, я потом жрать буду, я сейчас посплю немного. О. Ой, ну что, всем привет, ребята, новый день, новая серия, новые поиски каких-то крутых покемонов. Так, здравствуйте, господин полицейский, не знаю, кто ты такой, какой-то страшный, он страшный, согласитесь. Ребята, что мы будем делать в этой серии? Как обычно, я рад, что вы пришли посмотреть новую серию с покемонами. Если хотите новую, знаете, что делать, я рад для вас выпускать покемонов как можно быстрее, хоть каждый день, все зависит только от вас. А сейчас, ребята, какая у нас цель будет сегодня и, в принципе, в будущем? Нам нужно заменить вот эту нашу команду, которая сейчас, на какую-то другую, то есть на новую команду. Да, поэтому Голета нам нужно докачать до 50 уровня, Сайтер нам нужно докачать до 50 уровня и также их эволюционировать. После этого мы их выкладываем и набираем себе новую команду, ребята. Какая будет новая команда, будет зависеть только от вас. То есть вы будете выбирать покемонов, которые у нас будут в новой команде. Зараза, я как бы немного занят, я кидаю покемона в этого, а ты на меня нападаешь. Ни хрена себе он нас шандарахнул. Так, куда бы нам пойти прокачать Голета? Я не знаю, в принципе, на каком он уровне должен эволюционировать, но до... Вроде где-то на 35-м, на 36-м, если я не ошибаюсь, да, ребята? Вроде. Вроде. Поэтому будем надеяться, что мы сможем его уже прокачать в этой серии. Хоть он, в принципе... Так. Ну да. Самому ему качаться будет очень сложно, поэтому Чаризардушка нам, конечно, поможет. Пожалуйста. Так, он еще раз нападает. Так, на базу команды R мы, конечно же, ребята, с вами пойдем, только чуть позже. Как я уже сказал, вы, в принципе, помните, да, мы же ходили на команду базы R и... Да, ну, мягко так сказать, тот помощник команды нас немного так раскидал. Даже не немного, охренеть, как нас раскидал. Поэтому нам сейчас, ребята, нужно прокачивать покемонов. Очень даже офигеть, как прокачивать. Чтобы потом вернуться и надрать задницу тому помощнику тренеров. Точнее, тому помощнику Джесси и Джеймса. Да. А вы прикиньте, какие будут сильные Джесси и Джеймс. Мне кажется, мы их даже не сможем победить. Хотя надеемся, что... Нет, я не хотел убегать. Хотя, ребята, все же надеемся, то, что сможем. А я не могу нафиг не убежать, ничего. Твою нафиг, а! Я хотел прокачать покемона. Вот так, Сайтер давай. А я могу вот сейчас убежать? Пожалуйста. Не могу нафиг убежать. Я хочу качнуть... Вот. Я хочу качнуть Голета нафиг. А не какого-то другого там Люксрея. Люксрей у нас и так, в принципе, прокачан. Поэтому давайте прокачаем Голета. Как только он эволюционирует в Голарка, если я не ошибаюсь, у него вот такая следующая эволюция будет. Но там, ребята, уже, в принципе... Станет немного так простенько, потому что он будет всех разрубывать вообще на части. Я на это очень надеюсь. Поэтому до этого нам нужно помочь ему с прокачкой. А Магмар, а Самурот, мне кажется, в этом просто офигеть как справится. Но почему ты даже по нему не можешь попасть нафиг? Вот это я не могу понять. Почему он даже не может по нему попасть нафиг? А ну, Чаризард, а ну разберись. Я чё, вот, Чаризард вообще мужик. Да почему? Охренеть, какой он уворотливый нафиг. Смотрите, ребята, я не могу просто по нему попасть ни одним покемоном. Тортера. Вот. Тортера всех тут порешала. А давай еще раз Голет. Голетушка. Так. О, вообще другое дело, вообще с одного удара. Так, зашибись. А, ну вот я не знаю, я вот сейчас думаю, есть ли смысл нам прокачивать Голета вот тут в пустыне? Потому что... Ну, в пустыне
не очень такие хорошие покемоны для прокачки, если учитывать то, что тут Магмар есть и вот такие небольшие покемоны, да? Но все же, ребята, но все же. Но вот Гулета у нашего убил. Зато мы сейчас немного Сайтера прокачаем. В принципе, Сайтера и так нужно прокачивать. Но немного... Чё за соседи конченые? Чё... Ребята, я надеюсь, то, что вам не слышно это. Я очень надеюсь. Я надеюсь, то, что эти конченые соседы все же прекратят вот сейчас долбить стену. Пока я хотя бы серию записываю. А потом делайте что угодно. Тропинч, Йохин и Матрёхин. Ну почему ты на меня сейчас нападаешь? Я бы сам на тебя напал. Только Голарком. Так, ребята. Сейчас мы пойдем. Сейчас мы пойдем в другое место. Но перед этим, знаете, что я опять хотел у вас спросить. Так, Найншейд. Rollout. Я уже так надеялся, то, что сейчас будет эволюция, но ничего не произошло. Ребята, знаете то, что я у вас хотел очень даже спросить? Давненько уже у нас не было больших длинных серий покемонов. Ну, как вы знаете, когда я, допустим, иногда выпускаю там 35-минутные серии, 45-минутные серии, то есть очень такие длинные. Мне просто, ребята, нужно у вас спросить, хотите ли вы длинные серии или хотите вы маленькие серии, там, 15-20 минут? То есть 15 минут или 35 минут? Или час, допустим, я даже могу час для вас сделать. Ребята, это все, что мне нужно знать, пожалуйста, пойдите сейчас в комментарии и просто напишите. Эдисон, я хочу там, напишите хэштег длинные или хэштег короткие. Мне просто, ребята, очень нужно знать, какие серии вы хотите, просто чтобы знать, насколько мне стараться записывать длинные или короткие серии. Да, поэтому, ребята, не поленитесь, действительно, пойдите и, пожалуйста, напишите. И также, если вы хотите длинные серии, конечно же, поставьте лайк, чтобы я увидел то, что мы набрали много лайков, и чтобы я, конечно же, выпускал как можно больше серий с Пиксельмоном, это в первую очередь, и чтобы они были как можно больше, длиннее, это во вторую очередь, да. Пожалуйста, пожалуйста, напомните мне кто-то, когда эволюционирует Голет. Он уже 35 уровень, но чё-то я не вижу, чтобы он даже хотя бы что-то планировал там, ну немного там эволюционировать или еще что-то. Я вообще за ним такого не замечаю. Так, 39 уровень. Голетушка, только не убей нашего Голетушку, пожалуйста. Мы тебя сами, в принципе, попытаемся убить. Пожалуйста. Чё-то мы уже давненько не находим ни боссов. А, в принципе, я хотел сказать Шайни. Шайни мы никогда не находили еще в этом сезоне. Но я бы очень хотел, я бы очень хотел Шайни найти, честно. А знаете что, ребята? Я перед серией вам подготовил небольшой такой подарочек. В какой степени подарочек? В этой серии мы сделаем несколько не лаки-блоков, а поки-лаки-блоков. Да, ребята, давненько мы их уже не делали, и поэтому я сегодня прям так загорелся желанием их сделать хотя бы так штучек 2-3, твою мать, чтобы посмотреть, что нам выпадет. Если нам выпадет что-то редкое, будет вообще супер-пупер. Так, господа, это, как обычно, эмейлы продает, а вот это... А вот этот ничего тоже особенного. Поэтому знаете что, ребята, мы сейчас вернемся в наш временный дом. Я вам показывал, где мы живем. Это временный дом. Да, давайте временный дом. И где он? Давайте сделаем немного поки-лаки-блоков. Как они делаются? В первую очередь нам нужно сделать раздатчики. Сделаем два раздатчика с помощью вот так. Не раздатчика, да, в принципе, раздатчика. Сейчас нам нужно с помощью этих раздатчиков сделать два лаки-блока. Делаются они вот таким образом. Сейчас нам нужно вот эти два лаки-блока окружить обычными покеболами. Мы их окружаем, и у нас получаются поки-лаки-блоки. Опять в дом вашу... Вы что там, соседи, нахрен? Вообще, твою... Миленькие мои соседушки, пожалуйста, ну успокойтесь там. Угомонитесь, дайте мне серию до конца записать, а потом стучите, сколько вам влезет. Я вас прошу. Ребята, помогите мне, помогите. Наймите каких-то киллеров, чтобы завалить их уже наконец-то. Пока они там дудосили стены свои, то я нашел невидимый Мегатрейн. Нормально, в принципе, я так нашел. И, ребята, в принципе, прямо вот тут мы откроем наш первый поки-лаки-блок. А потом пойдем куда-то в другое место и там откроем еще один. С этого поки-лаки-блока нам может выпасть, в принципе, что угодно. Как и поки... Нет, как и мастербол, допустим, так и какой-то говяный покемон. Так же, как и редкий покемон, так же, как и легендарный покемон. То есть, загадки у этого поки-лаки-блока прям офигеть какие большие. Поэтому, ребята, готовимся. Готовимся его открыть и надеемся, то, что нам с него выпадет что-то достойное. Пожалуйста, пожалуйста. Часы! Часики! Да. Тут пишет, ты тратишь свое время.
спасибо вам большое за то, что я трачу свое время. Я действительно трачу время прям на вас, потому что мне часы нахрен не нужны. Если бы я хотел часы, я бы их скрафтил. Нахрена мне часы с лаки-блока, покемон лаки-блока. Ой, пожалуйста, пожалуйста, что-то хорошенькое. Прям, не знаю, там, Дратини, допустим, или Мастербол, Экспешер, Лаки Эдж, что-то. Только не часы, и не карту, и не грязь, и не песок. Пожалуйста, что-то хорошенькое. Ребята, давайте все возьмемся дружно за руки, скрестим пальцы. Почему бы нет? Лифион. Мало того, то, что это Иви. Ну, конечно, мы ее вряд ли словим, как я сейчас понимаю. Но мало того, то, что это Иви. Так это уже эволюционированная Иви. То есть это Иви. Охренеть, да, ты меня шандарахнула, прям охренеть как. Это Иви. Которая уже эволюционировала в травяную Иви. То есть это офигеть как круто, если бы ты еще не лечилась, зараза. Вот так. В принципе, у нее красное здоровье. Я не знаю, сможем ли мы ее словить. Хоть, в принципе, я бы и хотел ее очень сильно словить. Но мало того, что это Иви. А кто не знает, Иви прям охренеть, какие огромные заразы. Они вообще не ловятся. А если ловятся, то очень плохо. Но плюс тому, она уже прокачанная. То есть... А нет, мы ее словили! Ай, твою мать, но все же, блядь, как я стукнулся. Но все же, ребята, мы ее словили, и да, могу сказать то, что нам хороший покелаки-блок попался, очень даже хороший, и круто то, что мы его, ребята, даже скрафтили. Да иди сюда, да почему, так, у меня что, снайперский прицел сбился, вот так. Ни хрена себе ты сильный, а почему у нас Гулет уже, ребята, 36 уровень? Я не могу представить, почему мы его не можем до сих пор убить. Точнее, почему мы до сих пор не можем его эволюционировать. На каком мы вообще уровне эволюционируем? Вот это я не могу представить, ребята. Я почему-то сижу и думаю, на каком уровне, ну чёрт, нифига просто. Так, иди сюда. На тебе, в лицо. Еще раз в лицо. Да, я сказал в лицо. А, он спит, зараза, он спит. А, вот, замечательно, мы его убили, только нам вот это, в принципе, нафиг не нужно, вот это тоже нафиг не нужно. А там у нас Дивот. Если бы там было Шавот, то я бы, если честно, больше обрадовался. Потому что Шавот все же первая эволюция Дивота, которая нам больше всего нужна. А нет, у нас Ашавот же есть, у нас есть Ашавот, у нас есть... У нас стартовик был Самурот. Зачем нам Дивота и зачем нам Ашавота, я не представляю. Ребят, меня что-то плющит. Так, Галетушка наш, любименький, пожалуйста, эволюционируй уже. Ребята, напишите, пожалуйста, сейчас в комментарии, на каком уровне эволюционирует Галет в Гуларка. Потому что я не представляю, честно. Мы его уже качаем, но что-то никаких изменений нету. Мне кажется, то, что Гулет будет отлично качаться на водных покемонах. Потому что, как я вижу, он, в принципе, очень даже много урона наносит. Так, иди-ка ты сюда. Очень много урона наносит, поэтому нам нужно найти какой-то островочек посередине океана, ребята. Островочек посередине океана. Так, давайте полетим. Гулет уже 37-й, кстати. Мы ему уже сколько уровней прокачали в этой серии? Вроде 3 уровня, если я не ошибаюсь. Это, в принципе, даже неплохо. Это Так, если бы вы еще друг друга не дрючили, можно я вас выдрючу? О, какой маленький такой. Ну ты нам не нужен, спасибо. Так, все. Да, убил. Нет, не Чаризард. Не хочу я Чаризарда. Да, Гулет. Ты нашего Гулета не убьешь случайно? Убьешь, мне кажется. Нет, убил нашего Гулета. Нифига себе, он сильный. Так, Тортера. Тортерушка наша. Завели, пожалуйста, Слоубро. Ни хрена. А, да, конечно, если ты еще лечиться будешь, то это вообще отдельная история. Вот так. Зашибись. А, так. Ну, нормально. В принципе, еще и Сайтер немного так прокачался. Опа. Кинглеры у нас всегда большие уровни. Ну, 29, не скажу, что прям большой, но все же. Сгодится, ребята, сгодится. Так, еще один ударчик. В лицо, ребята, всегда нужно прям в лицо. Еще разочек в лицо.
И да, неплохо такой опыта, неплохо. Я, кстати, там видел еще, вот, да, я думаю, где он нафиг заспавнился? Вот он где заспавнился. Нам бы, если честно, нужно... О, там еще их много, смотрите. Там еще их много. Нам нужно было бы найти вот этот, как он называется нафиг? Гинный биом. Если бы я нашел, я бы был очень рад. Прям очень, очень, очень рад. Но его тяжеловато найти. Но мы все же, ребята, будем стараться. Так, 1000 опыта, неплохо. Там у нас есть, ни хрена себе, сколько вас тут. Ни хрена, там 48 уровень, 45, так, быстренько. Тортера, разберись, пожалуйста, с этим слоубро, потому что там есть еще один. И плюс тому, там есть еще вот тот альбатрос, как я его называю. Он тоже очень такой большой уровень. Вот. Опа. Пилипер. Так, давайте мы через Ардом на него нападем. Я надеюсь, что я смогу его убить. А он какой? А я не помню, какой стихии этот покемон. Он, мне кажется, то ли водный. Потому что через Арда он, в принципе, на нашего очень так разматывает даже. Но мы его и так убили, и нам дали 1000 опыта. У-у-у, зашибись. Так, Рапидаш. Рапидаша мы размотаем с помощью Самурота. Я там еще одного вот... Это пеликан, конечно, но я его буду называть, ребята, Альбатрос. Не знаю, почему мне так хочется. Голет уже 48 уровень. Когда он эволюционирует? Мне зайти сейчас в Google и просто пробить, на каком уровне эволюционирует Галар. А, в принципе, я, наверное, сейчас это и сделаю, да? Наверное, ребята, сейчас так и будет. Я погуглил немного и немного разочаровался, потому что когда я увидел то, что Галар эволюционирует на 43 уровне... Да. Да, я понял то, что нам еще прокачивает, ребята, 5 уровней. Это, в принципе, офигеть, как много. Ну ничего, ничего, ребята. Мы потерпим. Мы потерпим. Но зато, когда он у нас уже прокачается, мы будем прям сильны, как фиг его знает что. Да? Гулет. Охренеть, что он такой нафиг? Столько ему опыта нужно. 43 уровень. Но потом я надеюсь, что он все же сможет кого-то там порвать на базе команды R. Хотелось бы знать то, что мы его не просто так качаем ради удовольствия, да, ради траты времени. А то, что мы его качаем реально из-за каких-то там целей. Чтобы он там жопы всем порвал. Так, Фьюред. А знаете, что мы сейчас сделаем? Мы попросим нашего миленького Черезардика, чтобы он нам включил утро. Вы знаете то, что через задник нам всегда включает утро. Чувак, пожалуйста, утрецо бы нам забабахать, а? О, вообще красавец, вообще красавец. И сейчас, ребята, топаем дальше. Так, тут никого, тут никого, тут тоже никого. Через Ардушка, давай-ка ты иди сюда. Иди сюда, и мы полетели. А кто там еще будет с больших уровней, я не представляю. Но кого бы то нам нужно было бы найти. Пожалуйста, 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 кого-то. Хоть небольшого, хоть такого 60 уровня. А, кстати, где водятся самые большие уровни покемонов для кача? Мне кажется, в глиняном биоме есть там лайроны. Лайроны всегда такие, знаете, 58-59 уровень. И это, в принципе, очень даже много. Поэтому там было бы нам неплохо качать нашего Голета. Только не так-то просто найти глиняный биом. Он, в принципе, один из самых редких, да, если не учитывать грибной биом. Но грибной биом нам вообще нафиг не сдался, потому что там каких-то особых покемонов нету. И, в принципе, там вообще покемонов нету, по идее. Ой, нет, не падай в воду, не падай! Ни хрена себе! Я чуть не упал. Я просто Space, знаете, отпустил и полетел себе. Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам какой-то материк. Мы уже, в принципе, офигеть, как долго летим, и я ничего не нахожу. Вот часики, часики, да, да. Часики нам с покелаки блока выпали. Очень полезная, очень полезная вещь. Ёханы бабай, нифига себе, сколько вас тут. Так, так, гулетушка. О-о-о. Невидимый поке, ну, покелут, не хотел сказать покелаки блок, но нет. О-о-о, альбатросики. Альбатросики, давай, кто победит? Конечно, 41 уровень победит. Так, по идее, Люксрей должен его забабахать с одного удара. Да, как я и думал. Как я и думал. Так, кто у нас тут еще есть? Покехилл. Тут у нас есть еще один альбатрос. 51 уровень, ни хрена себе! Люксрей, а ну давай! А ну давай быстренько! А ну давай еще разочек! 1000 опыта! Снайви! У нас есть Снайви? Ребята, у нас есть Снайви? Ребята, у нас есть Снайви? Кто мне... Отвечайте, нафиг, я вас спрашиваю, у нас есть Снайви или нету? Хоть убейте, не помню. Но если нету, то нужно сейчас 100% словить. Альбатросы там. Так,
Снайви. Есть у нас Снайви, поэтому гуляй, я ее даже не буду убивать. Ни хрена себе, 49 уровень. Баттерфри. Вот так, прям в лицо попал. Люксрей, ты, в принципе, тоже должен ее забабахать с одного удара. Да, 1000 опыта, зашибись. Так, кто у нас там еще, ребята, гуляет? Этот мини-альбатрос, очень маленький уровень, но зато тот же тик у нас должен быть, в принципе, очень даже большим. Да? Да. 42 уровень, это очень даже круто, ребята. Давайте мы его быстренько убьем. И мало того, что мы качаем нашего гулета, так мы еще и прокачиваем нашего... Ой, иди сюда! Нашего Чаризарда. Так, 25 уровень, фигня. Почему ты такой маленький, Пилипер? Пилипер. Ну, убей ты его. Ну, шандарахни ты его уже, а? Туртера, а ну давай. А ну давай, без всяких шуточек. Да убей ты нафиг. Они издеваются, честное слово. Мне нужно сейчас 3 минуты сидеть, менять покемонов, чтобы... А, вот, красавец. Покехил. Кто у нас? О! Слоуброшечка, любименький. И, конечно же, идет Тортера. В принципе, Тортера 55 уровень, это очень даже круто. У нас, в принципе, все покемоны 55 уровня. Даже сам урод, а Чаризард вообще 56. Нормально. Мы немного понемногу, ребята, продвигаемся. И это очень даже круто. Одна проблема. Нет, я хотел сказать, ни хрена себе, не то, что вы подумали. Бластойз и Пикачу. Ой, Бластойз. Бластойз, ребята. Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, я серию записываю, а? Ой, ребятушки, нужно заканчивать серию как можно быстрее. Мне эти соседи заколебали, честно. Сверлят, долбят. Да охренеть, прям с ума схожу. Офигеть, такого хрени еще не было, честное слово. Да, а дрель так слышно, как будто у меня тут возле уха что-то долбят нафиг. Я прям с ума нафиг схожу, честное слово. Так, чё опять за аномалия? Надеемся, что они хотя бы успокоятся так на минуточек. Ну сколько? Ну хотя бы на минуточек 10, чтобы я серию до конца записал. А потом делайте что хотите, вот честно. Хоть там муши друг другу долбитесь. Я образно, детишки. Забудьте. Нужно нашего дружка Чаризарда опять попросить, чтобы он денек включил. Ух ты, 48 уровень. Ёханый, да будьте уже немного потише, а. Успокойтесь. Ребята, мне нужно серию закончить. Так. У меня батареи даже нету, чтобы мне постукать нахрен. Бутылка зато есть. Куда бы... Твою мать, обрился. Куда бы мне ее кинуть, чтобы они успокоились? Ихню мать. Куда? Эй! Вот дебилы, честно. Ребят, я им... Дружочек Чаризард, включи нам день, пожалуйста. О, спасибо, лапочка, спасибо. Так. А, ух ты, я лаки-блок чуть не пропустил. Давайте быстренько вернемся. Давайте быстренько сюда пойдем, убьем Сивайпера. И Чаризардушка его зафигачит. Кстати, гулет у нас уже 40 уровень. В следующей серии мы его 100%, ребята, уже эволюционируем. О, спасибо за меч! Это то, что мне нужно было всю мою жизнь. Меч нахрен. Меч! Как, смотрите, как он мне нужен был. Вот смотрите. Ох, как он мне нужен был. Прям охренеть, всю жизнь его ждал нафиг. Всю жизнь. Там еще один лаки-блок есть. На тебе. Чаризардушка, пожалуйста. Пожалуйста, пока не долбят, пока все нормально, Охренеть, у меня тут приключения с этими соседями конченными. Ой, господи. Так. Ты издеваешься. Охренеть просто. А может, как бы мне выбраться? О! Видите, как нужно с ловушек убегать? Видите, ребята, не каждый день до такого додумаешься, не каждый день. Гипно, да, не нужен нам пистар, я гипно. Да.
крутая серия, вот что-то новенькое. Такого, ребята, вы еще точно не видели. Я, в принципе, с соседями договорился перед серией, чтобы мы совместно записали ее, да? Поэтому, ребята, они вот таким странным образом в ней участвуют. Крутая, да? А на самом деле это музыка новая. Я музыку с Ютуба скачал без авторских прав. Вот это, вот такая музыка пошла. Вот такая музыка. Современная музыка. Как будто дрель, но это не, ребята. Это даб-техно. Новая музыка так называется, да. Твою нафиг. Поэтому давайте еще вот этого убьем. И, в принципе, ребята, можно на этом заканчивать. Большое вам спасибо за просмотр. Давайте быстренько прощаться, пока они там, не знаю, стену не начали сносить каким-то чудо-образом с помощью ТНТ. Динамит, знаете, расставили там вокруг стены, потом взорвут, и просто стена упадет вместе со всем домом. Поэтому, ребята, большое спасибо вам за просмотр. 7000 лайков, выходит новая серия Пиксельмона. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, пишите интересное что-то в комментариях. Ссылочка на мою страницу ВКонтакте будет в описании, поэтому заходите, добавляйте меня в друзья. Я, ребята, буду вас там сильно ждать каждый день. Большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, да.